Диагностировать вовремя. В Центре онкологии имени Блохина прошел день открытых дверей. Лучшие врачи больницы проводили осмотр всех желающих абсолютно бесплатно. Анна Парпура побывала в больнице. Рак боится смелых. Это девиз дня открытых дверей онкоцентра имени Блохина. И смельчаков здесь сегодня соберется немало. На бесплатный осмотр записались 500 человек. Для осмотра пациентов в онкоцентре сегодня открыли 4 кабинета. Чтобы избежать очередей, людям назначили время приема. Поэтому у двери долго сидеть не приходится. Заполнили документы и к врачу. 90% из всех случаев рака кожи, это в основном это лицо и те поверхности, которые человек может на своем коже обнаружить вот эти патологические изменения или увеличение каких-то родинок. Надо в первую очередь обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Вот мы это в сегодняшней своей акции хотим довести до населения. О дне открытых дверей Мария узнала из интернета. Не сразу решила показать медикам всю семью. Перед осмотром, конечно, волнуется, но доверяет врачам. Конечно, есть какой-то страх, многие люди не хотят идти, потому что есть такое чувство, что потом вдруг вот окажусь в той ситуации, что у меня рак. Но на самом деле, когда, если вот действительно ты уже оказываешься в этой ситуации, гораздо лучше, если ты понимаешь, что у тебя рак на ранней стадии, у тебя какие-то предрасположенности, просто все это успешно удаляешь и все. Образование на коже когда появилось? Нет, эта родинка была всегда, но после химии она начала прям опухать периодически. Алексей уже знает, что такое рак. 7 лет назад у него обнаружили запущенную лимфому. Когда мужчина пришел к врачу, опухоль успела сковать печень и селезенку. Несколько курсов химии смогли победить болезнь. Теперь Алексей следит за здоровьем, проверяет родинку. Она, к счастью, оказалась не опасной. Но и подозрительные случаи сегодня уже были. За осмотр, который мы проводили сегодня с 10 утра, выявлено 2 пациента. Подозрением на злокачественный процесс. Соответственно, им были объяснены их дальнейшие действия по получению направления в наш центр с целью получения дальнейшего лечения. Рак кожи – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Его выявляют в 14% случаев. И чем раньше диагностирована опухоль, тем выше шансы ее победить. Анна Парпура, Денис Райко, Артем Стрекнев и Алексей Пасечник. Мир 24.